Алло, Ать, я вернулся. Ну чё? По поводу? Купил? Сухарики, блин, со вкусом холодца и хрена. Нет, а чё, надо было купить? Да блин, Игорёк, ты игру купил? Игру купил. Показывай. Вот, отлично. Только, Валёк, в магазине я не стал игру покупать, купил у Балыги. Почему? В магазине она 3,5 косаря стоит. И что? И то у Балыги я её всего за 2 взял. Братан, а смысл был тебе деньги экономить? Ты же все равно не свои деньги тратил, а мои. Я же тебе дал денег на игру. А решил твои сэкономить, ладно, это плохо? Да в принципе нет, давай 1,5 сэкономленное. Не могу. Чё это? Я себе молоденное купил. Не за 1,5 косаря же? Нет, конечно, за 120 рублей. Оставшиеся 1380 рублей тогда гони. Не могу, потому что такси до Балыги обратно стоило 1180 рублей. Фига себе, зашибись ты, конечно, братан, бабки сэкономил. Я старался. Так ладно, пофиг на деньги, я все равно рассчитывал 3,5 косаря на игру потратить, так что я не расстроен. Давай игру, пойду ее на плойку установлю и буду играть. А я? А ты мне, братан, не мешай. Че? А то хочу в игру поиграть вообще-то. Хотеть не вредно, братан, вредно не хотеть. Да ты че, совсем что ли офигел? Че не так, братан? Я полдня потратил на покупку диска с иглой, и ты мне даже не дашь в нее поиграть? Не дам. Да. Нет. Да. Нет. Да. Еще раз повторяю, братан, нет. Когда я сейчас достану диск с иглой из колодки и сломаю его нафиг. Так тихо, братан, не горячись, ладно, я дам тебе в игру поиграть. Точно дашь поиграть? Точно, давай диск, только без резких движений. На. Моя прелесть, погнали игру на плойку устанавливать. Пойдем. Ты что зависит, блатан? Давай быстрее устанавливай иглу на плойку. Что такое? Это русская коллекция MP3, братан, 2004 года, номер 3. А диск с иглой где? В жопе, блин, нафиг я тебя просил за игрой сгонять? Надо было самому сгонять. Да, лучше бы ты сам сгонял и купил диск с иглой, а то я полдня на это потратил. А диск с иглой-то где? Братан, за 2 ты купил не диск с иглой у барыги, а... Русскую коллекцию MP3 2004 года, номер 3. Это холоса или плохо? Это ужасно. Интересно, а где русская коллекция MP3 2004 номер 1 и номер 2? Непонятно.